долбань по двери. Пішли. Тема на парковці сидить. Так, і всім здорово, дорогі друзі. І сьогодні ми йдемо з моїм другом Серегою відкривати гараж і доставати самий настоящий звір'ю. Да. Мощність за пределами просто-напросто. Ну все, ми заходимо в гараж. Так, ну, зараз буде перевірка зв'язки. Коротше, в общем, як все виходить? Доехать сюда это вообще нереально просто-напросто. Я видел кучу видео на ютубе, как кататься на мотоцикле зимой, но это вообще полная дичь. Просто едете, вас заносит в разные стороны. В принципе, на велосипеде тяжелее немного ехать, но... Ну что, погнали? Чем тяжелее мотоцикл, тем на нем проще зимой ехать. Вот. Если у вас какой-то Харлей, на нем будет ехать хорошо. Если что-то такое мелкое и малокубатурное, и чересчур резвое, то на нем будет сложно, потому что он просто-напросто выплевывает из-под себя снег, и все. В общем, Серый, давай сейчас заводочка. А если хрен заведешь, то у кача надо. Кран открой. Кран открой. Не, вообще, если честно, полный угар просто-напросто. Я не знаю. Она такое, кажется, малокубатурная, слабенькая, но на нем так классно ездить, я не знаю. Это какой-то особенный. Такая особенная атмосфера какая-то в этого аппарата есть, я не знаю, но. Едет вообще отлично просто. Да, глохнет, ему оборота не хватает. То есть у него какой принцип? Чем больше обороты, тем больше искра. И чем быстрее едешь, тем быстрее едешь. В общем, такая вот его философия. Сейчас вот Серый едет. А ну-ка сейчас, может, разгон наберет, сейчас что-то замутит. У меня опыт в катании достаточно мал. Не на многих мотоциклах катался, а на этом дырчике в основу круг гаража. Ну, на снегу шлифую это, значит, это просто начерский мопед. Ого. Тёма, на палку пошёл? Я мопед забыл. Да, я думаю, десь в сумке лежит. Я думаю, что этим санком прийде. После того года тут тріснула ця хуйня. Серый, я туда побег. Так, сейчас, походу, пропущу самое интересное, так что... Где-то просрал колпачок от линзы. Сейчас буду искать в карманах. Ах, блин, Серый на этом опять вообще пипец просто. Расскажите о впечатлениях! Папа, ты меня отвлекаешь! Любишь кататься, умей и саночки возить. We'll be right back.
давай. На, блядь, заводи его, на. Жди. Я ебашу, на. Оно едет! Ой, да, я не сказал, что хочу туда. Эх, да, было вообще просто красота, конечно же. Вечер удался на все 100%, было реально весело. Но, конечно же, я тупанул, что не покатался на санках. Было бы прикольное видео, конечно же. Ну так, всем спасибо за просмотр. И надеюсь, вы будете ждать следующие видосы. Скоро будем больше снимать по всяким мотоциклам, мопедам и так далее. И прочие покатушки. Еще раз всем спасибо за просмотр. Всем пока.